Все будет видно обязательно. Я карту очень хорошо готовлю, колоду. Три карты вышли. Мы их оставим, конечно, мы картам доверяем. И смотрите, я вижу здесь преддиагностику рода вашего. Я вижу, что, наверное, был венец безбрачия или перекрытие дорог на отношения. А потому что башня здесь как блок. Да, как-то судьба вам не посылала приличного человека. Одни козлы, наверное, к, ну, на букву К, да. Кто-то написал мне классный комментарий, что карты говорят, показывают только хороших мужчин, потому что у них нет карт козлов и ослов. Это был смешной комментарий, но мы, конечно, здесь серьезно смотрим. Девочки, просто хочу, чтобы вы улыбнулись, это же тоже полезно. Я сама посмеялась, здорово. Спасибо за такой остроумный комментарий. Но на самом деле вы правы в одном, что карты показывают глубину, и они очень старинные, они показывают правду. Поэтому, понимаете, действительно, в жизни нет козлов и ослов. Каждый человек внутри себя, он божественен, он прекрасен. Поэтому ваш мужчина часто в картах видится самой лучшей стороны своего проявления. Потому что такое проявление для него возможно. А здесь я вижу, что вам была, наверное, перекрыта дорога на отношения из-за змеи. То есть какой-то подклад был сделан, какой-то был приворот сделан на вашего мужчину, может быть. Или же это родовая травма, да, когда проклятие именно по роду идет. И вот корабль – это отдаление. Может быть, пара какая-то в вашем роду рассталась, потому что их разлучила судьба, как бы развела в разные континенты даже. И в связи с этим был венец безбрачия у кого-то из предков, и это отразилось очень сильно. Но этот расклад, он снимает этот негатив, убирает его. Смотрите, гадалка. Очень и очень здорово, потому что гадалка, она говорит сейчас, именно в этот момент. Карта гадалки выходит так крайне редко, девочки. Вы знаете, что я эту колоду очень люблю и часто применяю. Но карта гадалки очень редко выходит. И поэтому здесь четко видно, что... Да, действительно, это так, по роду, скорее всего, передалось. И сейчас гадалка, вот это великая, как бы, собирательный, да, такой образ. То есть народный психолог... Другими словами, что такая гадалка? Это народный психолог. Психологии там всего 100 лет. А вообще, на самом деле, психологии тысячи и тысячи лет. Это были народные целители-гадалки всегда. И она здесь вам говорит, что она сейчас, в этот момент, отменяет всякий приворот. Вы можете вообще не переживать об этом. Ни на грамм, ни на грош. Вообще не волнуйтесь, не заморачивайтесь, не переживайте. У вас обязательно отменяется вот этот венец безбрачия, полностью уходит, отменяется. И сейчас открываются дороги на любовь. Очень знаменательно. Вообще гадалка, она лиловая. Она только вот здесь двойная колода, лиловая и вишневая. А гадалка только, только в лиловой есть. Это очень знаменательно. Как было здорово, да? У меня самой прям энергия здесь такая сильная вокруг меня. Когда выходит эта карта, энергия такая, знаете, особенно говорящая. Я сейчас буду смотреть для вас на отношения. Мы посмотрим, что действительно предложит вам судьба, да, с этим человеком, который вы о нем сейчас, может, думаете, что действительно вам предложит с ним судьба. Либо же мы посмотрим тоже, если у вас нет никого, будет ли у вас кто-то. Будут ли у вас отношения по судьбе. Ну, рыба — это чувство, конечно, будут отношения по судьбе, это. Безусловно, гадалка выходит. Спросим у нее. Хочет вам сказать что-то очень важное, сокровенное, что-то очень и очень важное. Сейчас информация будет идти сокровенная. Это карта мужчины. Вам по судьбе чувство с необыкновенным мужчиной. Гадалка говорит, да, это уже образ особенный здесь, да? Народный психолог, гадалка. Она вам говорит здесь, что мужчина, червовый мужчина здесь изображен, кстати, да? Нужно учитывать, червовый мужчина на пороге. Это мужчина, который будет вас очень любить. Или второе, это король чаш. А это значит человек, любящий, умеющий любить. И этот человек вам по судьбе. Вы будете
очень рады, счастливы, вы будете встречать его, он будет вам встречаться. Он будет очень сильный, мощный человек, с мощной энергетикой, способный вас защитить, способный вас оберегать, способный сделать вас счастливой. Способный сделать вас счастливой. Удивительно просто. Потрясающе. Этот человек будет способный сделать вас счастливой. Здорово. А мужчина красивый. Деловой медведь, это начальник, всегда проходит в картах, деловой мужчина. И здесь десятка треф, это успех в делах, у него успех в делах. А здесь король бубен, это мужчина при деньгах. Все учитывается, девочки, нумерология тоже. 34, 34 это 7, это звезда мага, это исполнение желаний, соответствует карте звезда Таро. 1,5 это 6, это значит удача, удача, удачный выбор будет у вас, очень удачный выбор. Гадалка все сказала классно. Смотрите, ну показано по горе, что человек будет очень сильный человек по горе, да, очень сильный. Какие у него, что у него было в прошлом, какие у него были прошлые обстоятельства? У него были потери, у него, наверное, были потери в отношениях. Он сейчас его немножко так повыше, потому что она любит, когда ее уважают, она больше говорит. Человек имел потери. Когда вы его встретите, как вы его узнаете? Если еще нет такого мужчины, у него были какие-то потери серьезные. Тяжелые отношения перед вами были, поэтому он вас найдет. Если это человек, а вы с ним живете уже с таким классным, которого я писала по этим двум картам, вот эти карты показывают, что вы, наверное, поссорились сейчас. Вы, наверное, поссорились сейчас, да? И карта крест показывает, что это как бы и не вы ссорились, а ссорились ваши предки. Так, девочки, всегда есть. Всегда есть. Карта крест показывает всегда на предков. Показывает на то, что когда-то в прошлых жизнях вот похожи на вас люди по вашему роду, они ссорились очень похожи на вас. И когда у вас возникла ситуация, похожая на их, скорее всего, ситуация касалась финансов. Скорее всего, здесь трефовая мазь, видите, проходит. И много трефы. Касалось финансов. Знаете, необустроенность в быту, она сейчас вызывает ссоры. Потому что даже самые любимые люди, если у них недостаточно денег, неустроен быт, родители вмешиваются. Родители с его стороны или с вашей стороны вмешиваются. В таком случае очень часто бывает так, что вы с ним ссоритесь, и финансы в этом проблема. И, скорее всего, похожая ситуация была у предков. И якоря такие, да, якоря получились. То есть перезвон такой, да, энергетика, она срезонировала с прошлыми жизнями, когда ваши предки по такой же причине поссорились. Это крест, это карта крест показала, это гадалка, теперь я ее канал читаю. Когда выходит эта карта, я читаю просто ее канал, она мне вот эти карты все раскрывает. Смотрите, если вы поссорились, девочки, вот эта карта якорь, она говорит, что вы обязательно помиритесь, и у вас будет очень счастливая с ним жизнь, потому что якорь – это отношения надежные, где люди любят друг друга и доверяют. Может быть, ссора была касательно ревности, потому что крест рядом с рыбами. Рыба и крест – это, ну, рыба чувства, а крест – это тяжесть, да, это когда ревность была. Если была ревность, не ревнуйте его, он вообще вас любит. И вас выбрал. Если треугольник, девочки, вот вы в треугольнике, могла быть ревность, поэтому он вас выбирает, потому что якорь, это именно для вас же, гадаю сейчас, да, для вас, кто смотрит, ваше время. Якорь – это надежное отношение, очень надежное отношение, любовное, надежное. Если вы с ним поссорились, он придет, как собака, мириться с повинной. Да, девочки, придет с повинной, скажет, что не может без вас жить. Вот так он скажет, что не может без вас жить. Потому что вышла карта собака. Конечно, картам доверять нужно, да? То, что выходит, то я вам и считаю. То, что выходит, то, девочки, и считаю вам. И вышла карта собака, говорит о том, что он придет с повинной и скажет, что он очень вас любит и жить без вас просто не может. Это преданный человек, преданный, который вам надежное плечо и никогда не предаст. Здесь такая безусловная любовь. У него к вам безусловная любовь. Это значит, любит вас всегда. Даже когда вы ссоритесь, он все равно вас любит.
Здесь, может быть, была, если три карты так читать, да, плетки, крест и рыба. У некоторых девочек были подозрения, подозрения в измене, потому что плетки. Или же плетки тоже, вот он, например, ну, может быть, такой бытовой девочки, например, он ну, носки разбрасывает, или у него персональная гигиена не очень, да, у мужчин часто, кстати, бывает не очень персональная гигиена, и зря они это делают, мальчики, все, кто смотрит мои расклады, для девочек очень важно, чтобы вычистюля был, да, если он вот, ну, разбрасывает там свои вещи, не очень-то помогает дома по хозяйству, вот как друг, после этого расклада поменяется его менталитет, он будет помогать вам. Ну, а если здесь было подозрение в измене, такое тоже может быть у некоторых людей, да? Вот, понимаете, коса на камень нашла. Вы с ним поссорились, потому что он обиделся, он не изменяет вам, он обиделся. Карта коса говорит такое красное все, что просто задели его болевую точку. Понимаете, он в доме, вот смотрите, как здесь все четко и понятно. Чтобы видно вам все было. Это карта дом, а это карта собака. Он как собака в доме. Как сторожевой пес охраняет дом и с ним стабильные отношения. Я измены здесь не вижу. Я вижу, что если было какое-то подозрение, ну, а у кого не бывает каких-то эксцессов в жизни, да? Во всяком случае, я не вижу здесь, что он будет, например, так же плохо себя вести. Он вас просто обожает, это видно по всему. Карта башни выходит. И если, например, у вас были подозрения, что муж на работе кто-то. А на работе, девочки, там, понимаете, это все архетипично. Потому что женщины все на работу красиво одеваются. И это проблема. Потому что мужчины иногда эти сигналы неправильно понимают. И флирт может получиться очень безобидный. Но лишь только потому, что она так оделась. Понимаете? И гадалка говорит, не обращайте внимания на эти вещи. Потому что и у вас, может быть, в жизни такое бывает, когда вы... А тоже на работу красиво одеваетесь, лучше, чем дома. Вообще-то этого делать не нужно. Звезды – это исполнение мечты. Вы для него звезда. Те на работе женщины, с которыми он, по вашему мнению, флиртует, это не то, что вы думали. Это просто, ну, как бы, ну, что ли, такой этикет, что ли. Вот как принято-то, да, это дальше, чем слова, никогда никуда не шло. Так что не ревнуйте его. Самое главное, чтобы вы перестали его ревновать. Выходит карта кольцо, и она четко говорит о любви его к вам. О любви, о надежном отношении к вам совершенном. Да, замечательно, просто здорово. А так что здесь просто потрясающий расклад. И я поэтому вам сразу скажу, что любовь у него к вам сильная. Любовь только к вам. Если вы с ним еще не живете, вот смотрите, кольцо, дом, собака, якорь и медведь. Вот посмотрите эти все карты. Ссора ваша закончится, он придет с повинной, он вас любит, вы съедетесь. У кого-то будет брак, если еще нет. То есть вы заключите брак, да, будет официальный брак. Он вам предан, очень стабильный мужчина и хочет вас сделать счастливой, чтобы у вас был счастливый брак. Ну а карта метла, конечно, сексуальная тоже карта. Он мужчина очень сексуальный. Поэтому, может, с вашей стороны есть небольшая ревность, потому что мужчина очень сексуальный. Но это... говорит лишь о том, что это его сексуальность, она вся для вас, чтобы вам доставлять удовольствие. Ну, здесь я рассказала, конечно, вам, если вы или в ссоре, или по роду родовые какие-то перешли тонкости, поэтому вы поссорились, будет мир, будет примирение, будет все между вами прекрасно, хорошо. Вот такой прогноз замечательный, девочки. Ну вот, здесь так, все подсказки вам дали карты. Обращайтесь к моим прошлым и будущим видео. Можно заходить ко мне на канал и каждый раз получать подсказки. Если вы, девочки и мальчики, нуждаетесь в уроках, чтобы профессионально работать с картами, Таро или Норман, я ваш учитель, потому что я очень щедрый учитель. И у меня много-много учеников, я давно уже обучаю. У меня можно приобрести курсы, вы приобретаете ссылку на уроки. Когда я вам ссылку высылаю, вы ее у себя сохраняете. А если я делаю новые уроки, они к вам приходят по ссылке бесплатно, даром. Потому что ссылка живая, и дополнительные все уроки в будущем вы будете получать бесплатно. Так что у меня очень хорошо учиться, кому-то нужно. Некоторые учатся для профессиональной деятельности, кто хочет иметь кусок хлеба на столе, это понятно. А многие учатся просто успешной личности, чтобы
кому, в принципе, не так важны деньги, доход, раскладывают карты для себя с удовольствием, избавляются от своих страхов при помощи моего метода. Так что всех приглашаю, кому нужно. И я вас буду видеть на моих следующих видео. Всех люблю, обожаю. Посылаю вам виртуальные обнимашки с медвежьей страны. И люблю вас очень сильно. Всех моих любимых, дорогих подписчиков обожаю. И для вас с удовольствием работаю. Пока-пока, друзья. И до новых встреч.